Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Артем Динамик, и сегодня мы играем в Days of Apoch, я играю сегодня один, я попытаюсь что-нибудь построить, и все, к тому идущее. Выбрал другой сервер, начал заново, соответственно, сервер мне больше нравится, потому что у вас нет нормального рюкзака, у вас тут, изначально, конечно, есть кое-какой набор инструментов, давайте посмотрим, сразу покажу вам инвентарь. Так, у вас есть только фонарик и карта, по сути у вас нет ничего, поэтому мы сейчас пойдем в ближайший город, для того, чтобы хотя бы хоть что-то добыть. Так, если не ошибаюсь, мы были изначально в Черно, значит я где-то здесь. Так, давайте дойдем до Зеленогорска, потому что здесь есть магазин, там побезопасней. 9 километров, да куда ж ты пойдешь, 9 километров, это я где тогда, это я у Электро. Так, окей, тогда пойдем в Поляну, что ли, не знаю, сколько до Поляны у нас идти отсюда. 3 километра, нормально, по прямой до Поляны, а там уже разберемся. Так, 3 километра, это, конечно, немало. Вообще, какие планы на сегодня? То есть надо построить что-либо, посмотреть, как это происходит, как это выглядит. Для этого нужен топор, конечно же, для этого нужен набор инструментов. Так, в принципе, в Поляне на самом деле не так уж и жирно. Там всего 2 места, где можно нормально полутаться. Так, это я из Электро, если не ошибаюсь, убегаю, не из Черно. Все, лучше, чем 9 километров бежать, да? 800 метров мы уже пробежали. Главное быть повнимательнее все-таки. Народ на сервере есть и... Чего, говорит, я не могу, короче, выйти из вертолета. Что-то админ намудрил. И так, кстати, следующей фразы так умер. В чатике происходят прикольные моменты. Так. Еще раз повторюсь, планы что-нибудь построить, посмотреть, как все это выглядит. И, конечно же, немножечко полутать, потому что все не очень так. Играю рано утром, поэтому народу не очень много, но... Народ есть, все тут здороваются, в принципе. Сервер русский, потому что только на русских серверах можно встретить достойный отпор. Так. Кстати, в такие моменты очень хорошо, если у вас есть друзья, кто играет, допустим, утром, миссии выполнять. Зарабатывать всякую шняшку. И тогда все будет нормич. Так. Давайте посмотрим вперед немножко, что там у нас впереди. А впереди у нас амбарчик, мы в него зайдем, наверное. Вот. Просадка FPS для DayZ это нормально, так что я сильно не волнуюсь по этому поводу. Зомбачков вроде нет, не вижу. Это в поле-то мой. Они любят появляться в поле. Да, конечно, не хватает зданий, такого количества входящих зданий, как в The Standalone, но, в принципе, конечно, это избаловало лично меня, да, но количество зданий, в котором можно войти, и количество лута здесь нам пропорционально разное. То есть, если здесь во всех зданиях, в которых вы зайдете, да, которые можете зайти, вы что-то найдете, то в The Standalone вы зайдете в 20 зданий, вы ничего там не найдете, а в 21-м будет лежать гнилой апельсин. Это просто великолепно. То есть, я не знаю. Так, пойдемте в амбар зайдем. Сказал, что там зомбяк далеко, но нет, это, по-моему, кустик там у нас. По-моему, кустидзе. Так, что у нас дальше? Так, нам туда, да? Сейчас в амбарчике тут лутанем. Давайте пригнемся, чтобы... Лутать поспокойнее. Так, фляга есть, это хорошо. Банка неизвестно с чем, фляга. Пустая. Так, фляжка нормально. Конечно, хотелось бы топор, например.
Все-таки в амбаре-то может быть же топор, правильно? Кстати, в оригинальном дейзмоде изначально шанс дропа топора был очень маленький. Его потом повышали, повышали, повышали. И в конце концов, я помню, в каком-то из патча, там 1.5 или каком-то таком, сейчас уже 1.8 в обычном дейзе. Просто-напросто. Так, фляжку. А, господи, что я делаю? Встань. Наполнить фляжку. Все, пошли. Так. По колено аж зашел. Что, тут 1800 осталось? Ну, не так много. Так. Вещи я не очень люблю. Конечно, там можно посмотреть что-нибудь. Но как-то не тянет меня сейчас сбежать туда смотреть. Ибо не любитель я. Ксав стоит. Посмотрим, закрыт, наверное. Кто-то бросил сав. Да тут, наверное, не совсем бросил человек сав. К нам зомбарь бежит, но сав пустой. Так, на место пассажира. Пересажу на место водителя. Поехали. Нам фартануло. Машина была не закрыта. Так, у него, по-моему, есть GPS. Да. Нормич. Кто-то не закрыл сав. С колесами проблема, ну ничего. Нам тоже хорошо. Надо закрывать свои автомобили, господа. Народ, кстати, прибывает. Так, ну, быстрее доедем. Движка все нормально, на вас не взорвется, хотя хул плохой. Ну блин, хул это от стрельбы, кто не знает. Чернорусь завод. Какой завод, к чертовой матери? А, мы вот здесь. Слушайте, я не понял, как я. Так. Аккуратюсенько. На заводе, походу, кто-то есть. У вас стоит в поле. То где метка-то? Так, ну на завод, кстати, можно было съездить. Так, поляна, тормозим. Зомби я не вижу. Так что тазик мы поставим один здесь. Ну так, чисто спрячем. Так. Нормально, так бомжара на саве приехал, да? Так.
Так, зомбяки тут бегают уже за нами. Ну это, ладно, не так страшно. О, топор, это классно. Так, стой. Так, топор. Кто здесь? А второй зомбяков. Ага, тут кодовый замок, ладно. Тут, братки, у вас что-то вообще много. Пробежимся через елочки. Может, потеряют? Так. Ну, в магазин. Так. Ух, такая нервозница небольшая. Водичку взять пригодится. Так, что тут еще? Часы взять. Теперь у нас есть часы. Отлично, время без 2:12, нормально. Так, еда. Блин, вот, так, снаряжение. Да прекрати ты меня считать читаком за то, что я нечаянно нажимаю на колесик мышки. Так, газировку взять. Так, пустую банку мы брать не будем. Что это такое? Доски какие-то. А, это, да, это доски для крафта, кстати, пригодятся. Так, карта у нас же есть, да? Карта нам не нужна. Так, потрошки. Револьвер, это классно, конечно. Так. Положим туда доски и возьмем его побольше. Так, я бы, конечно, воспользовался бы револьвером. Так, патрон для ПМ я заберу, чтобы, ну, никому не доставалось. Компас возьмем. Он нам пригодится. Так, давайте-ка, знаете, как сделаем? Топор с пояса снимем. Чтобы нам тут нахалы не это... Не мучили нас. Так... Обрыв соединения. О, нормально. Ой, как растыка прыгает. Как инвалид какой-то. Ладно, неважно. Что тут у нас? Смотрим. Банка с неизвестно чем. Химсвет, бинты. Бинты возьмем. Бинты лишними не бывают. Сейчас, может, замес будет. Зомбачами, ну ладно. Т.
Так, что, все, тут, по-моему, больше зданий нет. В принципе, можно съездить на завод. Тут выйду где-нибудь, нет? Забежал, блин, на свою бошку. Можно съездить на завод. Господи, как ты прыгаешь, бедный. Посмотреть, что там. С надеждой на то, что человек оттуда уехал. Так, сах мой стоит еще. Это не может не радовать. Так. Братюнь, я тебя не подвезу, извиняй. Так, завод у нас там. Ух, чуть. Ну, конечно, не такой скоро. Вертолет летит. Так, надо уходить. Не нравится мне, что он садится. Так, погоня, блин. Да, завод застроен, кстати. Видите, за мной идет. 120 пру не отстает. О, все шумит-то, как гудит. Уходим под деревья. И уходим в хвост ему. Он все равно над нами летает. Не сбросит нам его. Нормально водит парень. Я надеялся, что он на скорости пролетит. Но нет, он не пролетел и не потерял меня из виду. Ты бы еще ниже пролетел. И будет преследовать. Ладно, покатаемся. Так, в принципе, сейчас надо определиться, куда ехать. Оп, занесло. Так, кажется, я ему надоел, да? А нет, ну да, по-моему, надоел. Я думал, я приехал. А нет, смотрите, живой. Столб сбил. Так, интересно, здесь есть After Fuel? Да. В наглую так встанем, подзаправимся.
Ну, правильно, зомбак не стал перед машиной дорогу перебегать. Так, ладно, отстанет меня, дядя. Пристал, а? Блин, отстань! Отвяжись! Эх, была бы ракетница, сейчас бы выпрыгнул, как дал бы приставучему, летает тут. Самое интересное, ладно, летает, да, сам, ну, скучно человеку, решил полетать. Вот, ну, просто, блин, он собирает всех вокруг, всех зевак, и достанется-то мне. Я сейчас в Черно приеду. Так, давай вот сюда поедем. Закрутился паренек. Тормозит. Садится собирается, что ли? Ну, пусть садится. Конечно, с вертолета все равно видно, но хуже. И сафт у меня не белый, зеленый. Вот так, Артем, уезжай, это просто на чужом саве, наворованном от вертолета. Может быть, это их сав? Я смотрю, так ты оборзел, говорит. Наш зеленый савчик убил. Так, слева дорога есть. Плевать на этот вертолет. Так. Прекрати меня преследовать, негодник. Так. Доеду, продам его к чертовой матери. Без ключей нелегально, но продам. Вот он. Садится, смотрите. Ой, дурачок! Ой, дурачок! Или меня пингует, или он дурачок? Ах, пингует, наверное. Так, ну, что у нас тут? Какая-то фигня опять с соединением. Ауч! Сейчас выходим и отстреливаемся. Да садись ты уже. А, что происходит? У меня вообще все зависло. Блин, я не могу пошевелиться. Че за ересь? Это зомбак. Плохо сел. Плохо сел. Так, ну ладно.
Он первый выстрелил. Интересно, прям попал. Ну, блин, ладно. Так, дорогие друзья, на этом закончим. Пожалуй, сервер вы, наверное, видите. Или нет, не видите. Ну да ладно, неважно. А, ну хотя он все время был на экране, чего. Соответственно, ну вот так вот, покатались сегодня, ничего у нас не получилось. Вот такой экшон. Ладно, всем спасибо, всем пока.